советских лагерях ты назывался, кто ты и какая у тебя статья. Ты был индивидуален. В немецких концлагерях у тебя не было личности. Советский лагерь ставил задачу перевоспитать. Как бы ни понимали, немецкий концлагерь, европейский концлагерь ставил задачу уничтожить тебя сначала как личность, а потом разобрать на составляющие. Когда сейчас наследники нацистской идеи в Европе говорят о нас как о борках, говорят о нас как о гражданах России, все, которые должны ответить, они идут этим путем, они не видят в нас личности, они не видят в нас людей. Расчеловечивание, отказ нам в праве быть собой. Вот это принципиальное отличие нас от них. Зараженная нацизмом Украина не видит нас людей. Для них мы орки, рашисты. А мы-то их все равно жалеем. Мы их считаем все равно нашими, но заблудшими. Со свинченной головой. Мы ненавидим грех, но не грешника. Поэтому мы и победим. Потому что мы людей видим. Мы за душу боремся.